16 мая 2018 года. Выставка «Эдон Red Bull». Мы являемся региональными представителями Черкасса. Выставка у них довольно небольшая, красиво смотрится. Одни из высоких на выставке. Что они представили? Представили новейшие аппараты Red Bull, серии Red Bull. Такие большие. Вот полуавтомат, это я точно знаю. Это полуавтомат, мы его продаем очень много. Он зарекомендовал себя уже давно. Так же серийный был. Скажем так, это полностью идентичная модель. Делается на одном и том же заводе, где и еду. Серия рыбу и еду. Идут с одного завода. Пойдемте посмотрим все. Здесь мы видим паяльники, сварку, резервное оборудование, лобзики. Хорошо зарекомендовали шуруповерки. Там, кстати, я не очень рассказывал, плохо читал с коробки, но они себя хорошо зарекомендовали. Есть запчасти, оборудование. Лобзик идет с чемоданом, насколько я понимаю. И сварочные веды. Еще раз можно повторить. Именно Эдон и Red Bull. Это одна и та же фирма. Одна и та же. Запчасти, все сервисные центры, все это надо. Новинка Этона, полуавтомат. Профессионально выставили нам на витрине. Именно большого качества. Сейчас посмотрим. Полуавтомат, профессиональный. Насколько я понимаю, что два в одном. Да? 2380. Ну, про эту новинку мы подробнее выложим в интернете именно данные. Как мы видим здесь, насколько я вижу, трехроликовая протяжка уже идет, усиленная. Мощный двигатель. Но про это все в технических описаниях, потому что так как это новинка, даже мы еще не знаем. Тоже мы напишем в описании, потому что новинка, я говорю, даже некоторыми интерактами. Но на месте они не стоят, они все прогрессируют, идет вперед. Фирма «Эдон» и «Red Bull». Пользуйтесь.